Всем доброе утро. Я у моря. Вот Альбатрос, если кому интересно, это комплекс. 400 гривен, 3-4-местный номер в июле. Ну, по крайней мере, так сказали. Может подорожать. А это море. Море обалденное. Сейчас 8 утра, хорошо так. Мусорочка, аккуратно. Тут мусоровоз приезжает. Такая вот красота. Спуск. Тут типа выемки поделаны, как тут ступеньками в земле. Также есть просто съезд для колясок. Пляжа огромная территория, народу мало. С утра особенно. Ну, пляж такой, песчано-ракушный. Тут больше песка. Но море классное. Это еще курорт не раскрученный. Не сильно тут инфраструктура. Если на Кирилловку едет море маршруток, то сюда можно такси взять, в принципе. Не знаю, за сколько там, 600, наверное. Ну, там, если много человек, так